Моя бедная бабушка лишилась из-за меня покоя и сна. Ну и достала же несчастной старушке. Иногда по утрам ее будила моя возня. Она вставала усталая и разбитая, хватала меня за плечи и трясла, вспоминая мою бедную маму. «Ах, дочь моя, ты покинула нас и оставила мне на голову это чудовище. Это в мои-то годы. Но я знаю точно, предстань перед ней в тот момент моя покойная мать и спроси, кого ты предпочтешь, это чудовище или меня?» Бабушка, несомненно, выбрала бы внучку, отказавшись от дочери. Конечно, болезненной старушке было тяжело вставать каждое утро, устало, не отдохнувшей от вчерашнего дня. Однако не надо забывать, что еще горше просыпаться в одиночестве, хотя бы и отдохнув на ночь, скорбить душой об ушедших, предаваясь грустным воспоминаниям. Словом, я уверена, несмотря на все неприятности, которые я причинила домашним, бабушка была счастлива со мной. Я стала утешением для нее. Мне было 9 лет, когда мы потеряли бабушку. Отец случайно в это время находился в Стамбуле. Его переводили из Триполи в Албанию. В Стамбуле он мог задержаться только на неделю. Смерть бабушки поставила отца в очень затруднительное положение. Не мог же холостой офицер таскать за собой в бесконечных скитаниях 9-летнюю дочь. Оставить же меня на попечении теток ему-то не хотелось. Возможно, он боялся, что я попаду в положение нахлебницы. И тогда отец придумал следующее. Однажды утром он взял меня за руки, и мы вышли из дому. Добравшись до пристани, сели на пароход и приехали в Стамбул. У Галатского моста мы сели в фаэтон, который долго возил нас по каким-то холмам мимо многочисленных базарчиков. Наконец-то мы очутились у дверей большого каменного здания. Это была так называемая школа сестер, которая готовила мне заключение на 10 лет. Нас провели в мрачную комнату рядом с прихожей. Портьеры на окнах были спущены, наружные ставни плотно прикрыты. Очевидно, все было заранее оговорено и согласовано. Через минуту в комнату вошла женщина в черном платье. Она наклонилась ко мне, и поля ее белого головного убора, словно крылья какой-то диковинной птицы, коснулись моих волос. Женщина заглянула мне в лицо, погладила по щеке. Помню, день моего появления в пансионе тоже ознаменовался происшествием. В то время, как отец разговаривал с сестрой-директрисой, я бродила по комнате, все разглядывая. Всюду совала свой нос. Мое внимание привлекла пестро разрисованная ваза, и мне захотелось потрогать рисунки рукой. В конце концов ваза упала на пол и разлетелась вдребезги. Отец звякнул саблей, вскочил со стула, поймал меня за руку. Трудно передать, как он был огорчен и сконфужен. Что касается сестры директрисы хозяйки разбитой вазы, то она напротив весело улыбнулась и замахала руками, стараясь успокоить отца. Ах, сколько мне предстояло разбить в пансионе еще всякого добра, кроме этой злополучной вазы. Короче, мои домашние проказы продолжались и там. Наши сестры-воспитательницы или действительно обладали ангельским терпением, или просто симпатизировали мне. Иначе я не понимаю, как они могли прощать все мои выходки. Я безумолку болтала на уроках, разгуливая по классу. Спускаться и подниматься по лестнице, как другие девочки, было не по мне. Сначала я должна была переждать, куда-нибудь спрятавшись, пока спустятся все мои подружки. После этого вскакивала на перила верхом и молниеносно слетала вниз. Наверх же я взбиралась так, складывала ноги вместе с солдатиком и прыгала сразу через несколько ступенек. У нас в саду стояло старое сухое дерево. При всяком удобном случае я взбиралась на него и скакала с ветки на ветку, не обращая внимания на угрозы наставниц. Наблюдая как-то за моими гимнастическими упражнениями, одна из сестер воскликнула: «Господи, что за ребенок? Ведь это же не человек, это чалыкушу». Чалыкушу, буквально, кустарная птица, королек из семейства воробьевых. И с того дня мое настоящее имя было словно забыто. Все называли меня только чалыкушу. Не знаю, как это случилось, но мои домашние тоже потом начали звать меня по прозвищу. А мое подлинное имя Фериде сделалось официальным и употреблялось очень редко, точно праздничный наряд. Имя Чалыкушу понравилось мне, оно даже выручало меня. Стоило кому-нибудь пожаловаться на мои проделки,
Я только пожимала плечами, как бы говоря, я тут ни при чем. Что же вы хотите от Чалыкушу? К нам в школу приходил аббат в очках с маленькой козьей бородкой. Как-то раз ножницами для рукоделия я выстригла у себя клок волос и прилепила его клеем на подбородок. Когда священник смотрел в мою сторону, я прикрывала подбородок руками, но стоило ему отвернуться, как тотчас, я открывала лицо, мотала головой из стороны в сторону, подражая нашему попу. Класс умирал со смеху. Аббат никак не мог понять причину нашего веселья. Он выходил из себя и бранился. Я случайно повернулась к окну, выходящему в коридор, и вдруг увидела, что за мной из коридора наблюдает сестра-директриса. Я растерялась. Но как вы думаете, что я сделала? Прижалась грудью к парте, приложила палец к губам, словно подавая знак молчать, затем послала ей воздушный поцелуй. Сестрица-директриса была главной в пансионе. Все даже самые престарелые воспитательницы боготворили ее. Несмотря на ее высокое положение, строгая дама улыбнулась, ее позабавила моя смелость. Ведь я приглашала ее стать соучастницей моей проделки. Мне показалось, будто директриса боится, что, войдя в класс, ей не удастся сохранить серьезный вид. Она только погрозила мне пальцем и скрылась в коридорном полумраке. Однажды сестрица-директриса поймала меня на месте преступления. Дело было в столовой. Я складывала объедки в корзину для бумаг, принесенную тайком из класса. Строгим голосом директриса позвала меня. «Подойди сюда, Фариде. Объясни мне, что ты делаешь?» Я не видела ничего дурного в моем занятии, поэтому глянула прямо в глаза директрисе и спросила, «Разве кормить собак – это плохо?» «Каких собак? Зачем кормить?» «Собак на пустыре. Ах, если бы вы знали, как они радуются, завидев меня. Вчера вечером псы встретили меня на самом углу. Как они начали крутиться вокруг меня. Я им говорю, потерпите, что с вами? Пока не придем на пустырь, ничего не дам. Они, злюки, ни за что не хотели понимать человеческого языка. Они чуть ли не свалили меня на землю. Ну и я заупрямилась, зажала корзину между ног. Они меня едва не разорвали. На мое счастье, мимо проходил продавец бубликов. Он спас меня». Директриса слушала, пристально глядя мне в глаза. «Хорошо. Но как ты вышла из пансиона?» «Пролезла через забор возле прачечной», не задумываясь, ответила я. «Да как ты осмелилась?» ужаснулась директриса, хватаясь руками за голову, словно услышала страшное известие. «Не волнуйтесь, забор очень низенький. А потом... Что же вы хотите, разве могу я через калитку уйти? Неужели привратник выпустил бы меня? Правда, однажды мне удалось его обмануть. Я сказала, что тебя зовет сестра Тереза. Так я и убежала. Только прошу вас, не выдавайте меня, ведь это очень опасно, если псы будут голодными. Странные существа наши сестры. Соверши я подобное в какой-нибудь другой школе, меня посадили бы в карцер или как-нибудь бы наказали». Директриса опустилась передо мной на корточки, и мы оказались с ней лицом к лицу. Покровительствовать маленьким животным очень похвально, но непослушание – это очень плохо. «Оставь мне эту корзину, я отошлю объедки с привратником. Мне кажется, что никто в жизни не любил меня так, как эта женщина. Подобные воспитательные методы действовали на меня тогда не больше, чем легкий ветерок на скалу. Вряд ли они могли повлиять на мой буйный, необузданный характер. Но со временем атмосфера пансиона, уклад, созданный сестрами, помимо моей воли, проникали в мою душу, оставляя неизгладимые следы, вызывая во мне чувство нежности и сострадания. Да, я была действительно очень странной, сумасбродной девчонкой. Я хорошо изучила слабости наших воспитательниц и изобретала всевозможные пытки, зная, кого и как надо изводить. Например, у нас была старая, крайне набожная учительница музыки, сестра Матильда. Так вот, когда она со слезами на глазах усердно молилась перед изображением Святой Девы Марии, я показывала на мух, которые кружились в воздухе, и говорила, стараясь уязвить бедную старушку. «Сестра, нашу дорогую Пресвятую Мать посетили ангелы.
Одна из наших воспитательниц, дама крайне раздражительная и капризная, слыла страшной чистюлей, поэтому всякий раз, проходя мимо нее, я энергично встряхивала ученической ручкой, словно досадуя, что она плохо пишет, и белоснежный воротничок несчастной женщины покрывался чернильными кляксами. Другая наша молоденькая воспитательница до смерти боялась насекомых. В какой-то книге мне попался цветной рисунок скорпиона. Я аккуратно вырезала его ножницами, затем поймала в столовой большого слепня и приклеила ему на спину этот рисунок. На вечерних занятиях я под каким-то предлогом подошла к нашей воспитательнице и подбросила скорпиона на кафедру. Пока я отвлекла воспитательницу разговором, слепень начал двигаться. И вдруг бедная женщина увидела при свете керосиновой лампы, как страшный скорпион, потрясая своими клешнями и хвостом, ползет прямо на нее. Она испустила дикий вопль, схватила линейку, лежавшую рядом, и одним махом пригвоздила слепня к кафедре. После этого, прислонившись спиной к стене, закрыла лицо руками и на мгновение лишилась чувств. В ту ночь я долго не могла заснуть, ворочаясь в постели сбоку на бок. Мне уже 12 лет, и я успела усвоить кое-какие понятия стыда и совести. Я мучилась воспоминаниями про проделку с воспитательницей. На этот раз мой поступок был не из тех, которые проходят безнаказанно. Я чувствовала, утром меня непременно вызовут на допрос или что-то будет. Во сне я несколько раз видела сестру-директрису. Ее сердитое лицо с широко раскрытыми глазами надвигалось на меня. Она что-то кричала. На следующий день первый урок прошел без происшествия. В конце второго дверь приоткрылась. Вошла одна из сестер. Она что-то шепнула учительнице, затем жестом пригласила меня последовать за ней. Какой ужас! Не оглядываясь по сторонам, вобрав голову в плечи и прикусив язык, я поплелась к выходу. Девочки за моей спиной хихикали. Учительница легонько стучала линейкой по кафедре, призывая класс к спокойствию. Минуту спустя я уже стояла в кабинете сестры-директрисы. Но удивительно, ее лицо нисколько не походило на то, которое я видела во сне. Мне даже вдруг показалось, что это не я, а она напроказничала, придумав шутку с оводом-скорпионом, и довела воспитательницу до обморока. Лицо сестры-директрисы было печальное, губы дрожали. Она взяла меня за руку и чуть притянула к себе, словно собираясь обнять, затем отпустила мою руку и сказала: «Фериде, дитя мое, мне надо тебе что-то сообщить. Неприятное известие. Твой папа как будто немного болен. Я говорю немного, но кажется, он очень болен». Сестра-директриса комкала в руках какое-то письмо. Видимо, ей трудно было договорить до конца. Вдруг воспитательница, которая привела меня из класса, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты. Тогда я все поняла. Мне хотелось что-то сказать, но у меня, как и у сестры-директрисы, отнялся язык. Отвернувшись, я посмотрела через открытое окно на деревья. Между ветвей, залитых солнечным светом, стремительно проносились ласточки. На мною овладела какая-то непонятная резвость. «Мне все ясно, мадам», — сказала я. «Не огорчайтесь. Что поделаешь? Мы все умрем». Директриса прижала мою голову к груди и долго не отпускала. Вскоре в пансион прибыли мои тетки, хотя в этот день посещения не полагались. Они попросили разрешить им забрать меня домой, но я наотрез отказалась, сославшись на предстоящие экзамены. Однако эти экзамены не помешали мне в тот же день буйствовать больше, чем обычно. Дело дошло до того, что на вечерних занятиях у меня поднялась температура. Скрестив руки на парте, я положила на нее голову, как это делают лентяи. Да так и заснула, даже не поужинав. Летние каникулы я провела в Козьятаги,
на даче у тетки Басиме. Здешние дети были для меня неподходящей компанией. Двоюродная сестра Наджмия, молчаливая, болезненная девочка, не слезала с колен матери. Она, как две капли воды, походила на своего старшего брата Кемрана. К счастью, по соседству жило много переселенцев с Балкан. Их дети собирались у нас в саду каждый день. Я верховодила этими ребятами, бесились вместе с ними до позднего вечера. Но мои бедные товарищи пришлись не ко двору и были скоро изгнаны из особняка нашим садовником. Однако ребята не очень обиделись на такое обхождение. Они были не гордые и по-прежнему приходили и похищали меня из особняка. Мы целый день бродяжничали по полям, лазили через заборы в сады, воровали фрукты. Домой я возвращалась в сумерках, лицо мое было сожжено солнцем. Израненными руками я старалась прикрыть дыры на платье. Завидев меня, тетка Басиме приходила в неистовство. Она без конца ставила мне в пример Наджмие, которая только и делала, что зевала, раскрывая свой розовый ротик, потряхивала копной блестящих волос и поэтому была похожа на глупую и ленивую кошку. Мало того, тетка постоянно твердила мне о воспитании, вежливости, деликатности, начитанности и еще бог знает каких качествах и достоинствах братца Кемрана. Ну ладно, Наджмия, всего-навсего теплая, мягкая, зябкая кошка, выросшая на коленях у матери. В душе я и не смогла бы отрицать, что девушки должны бы быть такими. Но вот Кемран, великовозрастный Кемран, ему шел 20-й год. Над тонкими губами, похожими на серп луны, уже появились реденькие усы. Он носил шелковые чулки и замшевые туфли, в которых его крошечные, словно девичьи ножки, казались еще меньше. Когда Кемран шел, стройный стан его сгибался, точно тонкая, гибкая ветвь. Из расстегнутого воротника шелковой сорочки выглядывала длинная белая шея. Нет, это была какая-то девица, а не мужчина. Ах, как он меня раздражал! Я просто выходила из себя, когда наши родственники или соседи наперебой расхваляли его добродетели. Сколько раз, помнится мне, я, пробегая мимо, толкала его, делая вид, что споткнулась. Сколько книг я у него изворовала. Чего только я не придумывала, чтобы сцепиться с ним. Как я молила в душе. Ну оживись, хоть немного, раб Божий, девчонка. Ну воззри, сделай что-нибудь наперекор. И тогда я, как кошка, кинусь на тебя, заставлю валяться в пыли, вырву твои волосы, выцарапаю зеленые змеиные очи. Вспоминая, как он корчился от боли в тот день, когда я ушибла ему ногу камнем, я дрожала, радуясь и ненавидя. Но Кемран считал себя уже взрослым мужчиной, смотрел на меня свысока и говорил нагло и презрительно, улыбаясь. «До каких пор будет продолжаться это ребячество, Фериде? А до каких пор ты будешь таким слюнтяем? Когда ты перестанешь жеманничать и кокетничать, как девица на смотренах перед свахой?» Конечно, этого я и не сказала вслух. 13-летняя девочка не будет надоедать молодому человеку, если ее грубость постоянно наталкивается на холодную вежливость. Часто боясь, чтобы у меня с губ невольно не вырвались какие-нибудь грубые слова, я зажимала рот рукой и бежала вглубь сада, чтобы в укромном уголке волю отругать Кемрана. Однажды в дождливый день на зимнем этаже особняка собрались женщины и заспорили о модах. Тут же был и Кемран. Вся превратившись в слух, я сидела в углу и, скосив глаза и высунув язык, зашивала порванный рукав блузки. Женщины попросили Кемрана высказать свое мнение о зимних туалетах, которые они заказали. Я не выдержала и громко расхохоталась. «Чего ты смеешься?» – спросил мой кузен. «Так, пришло кое-что в голову». «Что именно?» «Не скажу. Но не кривляйся. Впрочем, ты болтушка, все равно все не вытерпишь и расскажешь». «Ну что ж, тогда не гневайся. Ты так увлекаешься разговором о туалетах, что я подумала, Аллах по ошибке создал тебя мужчиной. Совсем как девчонка. Да и годы тебе надо сбросить. За 13-летнюю сойдешь». «Ну а дальше что?» «Дальше вот что. Я тут зашиваю какой-то пустяк, и то исколола себе все пальцы. Значит, я парень, и мне лет 20,
22. Ну а дальше что? Дальше? Дальше я по воле Аллаха, по решению пророка, женилась бы на тебе. Вот и делу конец. Стены комнаты задрожали от дружного смеха. Я подняла голову. Все глаза были устремлены на меня. Но это и сейчас возможно, Фариде? Зло пошутил кто-то из гостей. Я недоуменно вытаращила глаза. Каким образом? Как каким образом? Выйдешь замуж за Кимрана? Он будет заведовать твоими туалетами, штопать дыры, а ты будешь заниматься делами. Я вспыхнула и вскочила с места. Больше всего я была сердита на себя. Красноречие мое вдруг иссякло. Вот что значит неопытность в искусстве пустословия. Да еще та предательская заплатка на рукаве совсем меня замучила. Тем не менее, я нашла в себе силы броситься в контрнаступление. «Что ж, вполне возможно», — сказала я. «Но, думаю, Камран-бею придется худо. Не дай Аллах, дома начнется драка. Что станет с моим кузеном? Кажется, все помнят, что было, когда я ушибла камнем его нежные ножки». В комнате опять раздался взрыв смеха. Сохраняя серьезность, я направилась к себе, но на пороге обернулась и сказала: «Прошу прощения». Девочке, которая едва исполнилось 14, говорить на такие вещи не пристало, вы уж извините. Стуча каблучками по деревянным ступенькам лестницы, хлопая дверьми, я добежала до своей комнаты и бросилась в кровать. Внизу продолжали хохотать. Кто знает, может, они смеялись надо мной, но ничего, я не останусь в долгу. Мне кажется, было бы неплохо выйти замуж за Кимрана. Время шло, мы взрослели, и случай сразиться с ним все больше и больше отдалялся. Кроме замужества, пожалуй, не было другой возможности свести с Кимраном счеты, выместив на нем свою злобу.